Семейная жизнь Лолиты Милявской и Александра Цикало продлилась 12 лет. Вместе они строили карьеру, пробивались на экраны. Родственники Цикало до сих пор вспоминают о его экс-супруге с теплом. Старший брат известного продюсера Александра Цикало Виктор почти не дает интервью и о личной жизни именитого родственника говорить на публику не любит. Недавно он все же решился на откровенность с прессой. Речь пошла о Милявской. Виктор и Лолита когда-то вместе служили в Одесской филармонии. На очередных гастролях брат Цикало заболел, и заботиться о нем вдруг взялась Милявская. Она варила для коллеги бульоны, вовремя давала лекарства. Эту доброту он помнит по сей день. По словам актера, и к своему супругу певица относилась аналогично, искренне и с теплом.